Я думаю, что сегодня мы собрались благодаря двум людям, кому вы должны сказать спасибо. Это Марине Викторовне за то, что она, в принципе, этот вопрос пролоббировала, и Богдану. Много было по поводу разных всяких ситуаций в соцсетях. Мы открытая власть. Мы готовы идти навстречу спортивному сообществу. Мы везде декларируем о том, что Днепр – это спортивная столица. Поэтому начинали мы заохочение, естественно, тех, кто первый дошел в это здание. Это была Федерация легкой атлетики. Рыцарки, это якости. Дякую. Мальна Сина сейчас спокойна, очень счастлива, что пройден не зря, что завоевывает медали нашей страны, и что наша страна, так же главный наш город, всегда ценится спортсменом и отзывается.